Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я расскажу, как установить второй жесткий диск на ноутбук. Я покажу на ноутбуке Asus X552C, но порядок разборки ноутбуков может быть разный. Нам понадобится второй жесткий диск и такой бокс-переходник для жесткого диска. Они бывают разной толщины, двух размеров, 0,95 и 1,2 сантиметра. По верхнему размеру они полностью одинаковы, а по толщине немного отличаются. Выбор размера жесткого диска зависит от размера вашего CD-ROM-а. Померите его толщину и в соответствии с этим размером выберите такой бокс. В первую очередь необходимо включить ноутбук, открыть CD-ROM и снять с него переднюю крышку. Открываем и можно выключать ноутбук. Теперь необходимо на передней крышке CD-ROM-а отогнуть фиксаторы, которые его фиксируют к корпусу. Поджимаем здесь. Есть маленький выступ. Необходимо его поджать, чтобы раскрыть эту защелку. Еще тугое все. Он не снимался. С одной стороны. И нажимаем с другой стороны фиксатор. Вот он вышел со своего разъема. Эта панель передняя понадобится для фиксации на этом боксе и закрытие этого некрасивого места. Теперь закрываем CD-ROM и начнем разборку ноутбука. В первую очередь снимаем батарею питания, отжимаем фиксаторы и вынимаем ее на себя. Теперь откручиваем два болта задней крышки и снимаем крышку. Теперь откручиваем все болты, которые помечены буквой А. Здесь по краям они длинные, а внутри все короткие. Также здесь они короткие. Теперь снимаем винчестер, слегка потянув его на себя. Теперь поднимаем крышку ноутбука и начинаем с помощью старой карточки отстегивать верхнюю часть от нижней. Начинать необходимо с края возле монитора. Не спешим поднимать крышку. Делаем все очень осторожно, потому что внизу шлейфы подключены. Слегка приподнимаем. И здесь видно шлейфы, которые необходимо отключить. Здесь на CD-ROM-е есть вот такой болтик, его необходимо открутить и вынуть CD-ROM из своего разъема. И вынимаем CD-ROM из своего разъема. Здесь на CD-ROM-е есть такая планка, ее необходимо открутить для того, чтобы закрепить ее на боксе и на корпусе ноутбука. Она имеет такой внешний вид и может отличаться. Там еще есть шире, чем это, в зависимости от модификации ноутбука. Распаковываем корпус бокса. Они идентичны и зависят только от производителя. Вот сам бокс и набор болтиков для крепления этой планки. Прикручиваем этими болтиками планку крепления CD-ROM-а к боксу жесткого диска. И вставляем в бокс жесткий диск. Слегка его заводим сверху, опускаем, прижимаем до фиксации. И в этих углах можно зафиксировать жесткий диск в своем боксе с помощью таких мягких вставок. Лишнюю часть мягких вставок обрезаем аккуратно. Теперь он не выпадет отсюда. И теперь заводим бокс на свое место CD-ROM-а. Прикручиваем его к корпусу ноутбука этим болтиком. И подсоединяем на бокс планку CD-ROM-а. Она хорошо фиксируется на своем месте.
Вот основная работа по установке жесткого диска закончена, и можно приступить к сборке ноутбука в обратном порядке. Подключаем на место шлейфы клавиатуры. И закрываем корпус. Аккуратно обжимаем его со всех сторон для фиксации. Теперь устанавливаем первый жесткий диск и закручиваем все болтики. Длинные болтики по четырем углам, а короткие по всем остальным отверстиям. Закрываем нижней крышкой корпус и прикручиваем два последних длинных болта. Ставим на место батарею питания. И осталось проверить, как же определяется жесткий диск и его работу. Как видим, жесткий диск на месте и работает отлично. Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотрели видео о том, как своими руками поставить второй жесткий диск на ноутбук. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!